И всем привет, друзья! Сегодня я расскажу про Икею. Да, SCP-3008. 3008, хотел сказать. Они то же самое. Нет, 3008 и 3008. Ну ладно. Смотрите. Удерживайте Е, чтобы брать предмет. Вот, смотрите. Сначала надо навести предмет. Вот, и держать Е. Их крутить 1, 2, 3, сбоку нарисовано, и можно вот так вот крутить. Даже помечено, что вы, где вы будете крутить. Вот. Дальше, как включать-выключать свет? Это просто наводите на лампу и нажимаете F. Все. Вот так вот выключается лампа. И выключается. И включается. Смотрите, если вы на VIP-сервере, то... Если сейчас мы вот дойдем до кухни, как есть еду? Нажимаем F, рядом с едой наводим на нее. Потом нажимаем G, английскую. Нажимаем на еду. Дроп, это дроп вот столько. А если мы возьмем очень-очень-очень-очень много еды, вот, например, две штучки, то выпадется эти две штучки. Нажимаете на худок, и чтобы его съесть, вот написано то, что плюс 20 энергии и плюс 4 к жизни. Оп, все. Пополнилось. То смотрите, вы можете поменять иконку, то есть там, например, вот у вас дом, название наш, наш дом, вот, и можете color выбрать тоже, вот, можете сами настроить, а можете выбрать уже готовый. Нажимаем create points, тогда будет, нажимаем T и все, вот, вот точка. Если вы играете на веб-сервере, то нажимаем мод меню. Тут вы можете создать икейцев. Тут вы можете кого-то кикнуть с игры. Тут вы можете спаунить всякие штуки. Тут вы можете раскрасить. Смотрите, вот, например, я сейчас выберу бэт. Вот, кровать. Вы можете поменять материал кровати. Вот, смотрите, вот сейчас я поменяю вот это на... Вот, немножко меняется, но это, правда, не видно. Вот, поменяла кровать. Тут вы можете раскрасить кровать, ну, как и все подобное. А тут вы можете сделать ее вот ноль. Окей. Ну, вы можете сделать ее невидимую. Теперь нажимаем back, чтобы вернуться назад. Спаун, там вы можете поспаунить то, что есть уже в Икее, там акула. VIP, это то, что нету. В настоящей Икее можете просто сделать, построить что-то. Потом пистолет я расскажу потом, как им пользоваться. Если вы хотите сделаться бессмертным, то нажимайте Play Extension Menu. Тут вы нажимаете на, там, например, если с вами кто-то играет, то нажимайте на ник своего друга. И нажимайте Infinity, чтобы сделать его бесконечной энергией и жизнью. Если вы хотите, чтобы он что-то строил, ваш друг, то нажимайте... Ну, тут написано просто Owner, будет написано. И тут вы можете выбрать VIP Owner или другие какие-то стадии. Только отличается VIP Owner от других, то что вот когда у папы, вот смотрите, вот это первое. То есть стадия первая, это просто гейм-моды будут и Wirepoint. Потом на второй стадии просто будет, можно создавать... И кейтсов, потом Kick Me You будет спаун и телепорт. Потом на второй, как я понимаю, вот это и вот это. Там Music меню, потом Player Stage меню, потом Time меню. И потом на третьей стадии, как вот VIP Owner у меня, Map Detection, ну, вы можете сделать свою, как я понимаю, какую-то штуку. А это на гравитацию можно поменять, гравитацию. Вот, и теперь мы покажем вам, как сделать музыку. То есть включаете музыку, вы выбираете код какой-нибудь там, не знаю, вот, ну не знаю, какой-нибудь код можно сделать, но я пока не знаю, чтобы какую включить музыку. Телепорт работает, если вы играете с кем-то другим, смотрите. Bring — это телепортироваться к вашему другу, то есть смотрите. Вот, например, ваш друг стоит на крыше. Вот, ну это просто пример привожу. Нажимаете T, нажимаете на ник его. И нажимаете Bring.
и тогда вы телепортнете его. А если он стоит на крыше, вы хотите к нему попасть, нажимаете на его ник и нажимаете Go-To. Ой! Я так испугалась, и нажимаете Go-To. И тогда вы будете уже, ну, как сказать, у него. Если вы хотите поменять день с ночи на день, тогда нажимаете Time-меню. Вот, стойте. Time-меню и Toggle Day. Все. Вот, и сейчас я расскажу вам, как пользоваться уже пистолетиком. Берем так же, как еду, и нажимаем Т. У нас появляется Toggle меню. Тут вы можете, смотрите, сделать его огромным. Можете сделать еще маленьким. Вот. Теперь вы можете сделать Explode. Вот так вот взрываться можете. Потом вы можете... Ну, я не знаю, это типа связать какое-то, я не знаю, что это работает. Destroyer – это удалить вещи. Можно удалить вот такую комнатку сделать. Потом телепорт – это легко, то есть смотрите, я нажимаю на стену и телепортирую стену, но если я нажму вот сюда, вот немножечко, вот на стену нажала, оп, а я же нажимала вот сюда, а все равно на крыше, вот так вот. Сейчас я вам скажу, как связать. Вот, смотрите. Нажимаете, например, вот. Я сейчас нажму вот такой вот. Бип. Бап. 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 Ну и могу, соответственно, связывать это все. Теперь можно убрать как-то. Смотрите, вот я сейчас заспауню, например... Вот меню, спаун. Вот, я в высоте заспаунила. Кстати, нажимаю, оп, оно падает. Вот так вот можно сделать. Теперь я покажу, как сделать еще что-то. Смотрите, пул это вот так вот улетает. То есть вы можете это сделать на игрока, то есть если он просто сидит тут, вы можете просто такой, оп, и он улетит. И ваш игрок улетит. Вот. И также со столами можно со всему делать. Просто вот так всю Икею разрушить. Но я не знаю, работает ли это на икейцев. Я расскажу, как... Сейчас, что это такое? А, это то же самое, только... Смотрите, то куда-то вверх и по диагонали куда-то улетало. А это просто вверх. Финчик. Это вот так вот. Сейчас я вам расскажу, как копировать или еще что-то делать с предметами. Смотрите, X удалять. То есть вы можете и с помощью пистолета удалять, и без помощи пистолета. Так вот, сейчас дверь закрою. Пип, все. А, смотрите, вот... Вы подумаете, что вот это только на веб-сервере, то, что я показывала, а Е и так далее, точки, это все на обычном сервере. Смотрите, вот просто нажимаем, вот наводим на предмет, как мы его хотим брать, нажимаем V и берем. Видите? И теперь можно поставить третий плакат. Как будто бы так и должно быть. Вот, и сейчас я вам скажу, как присесть. То есть, смотрите, вы убегаете от икейцев. И вы построили очень... Ну, вы построили базу, но вы не знаете... Ну, вы хотите ее закрыть, вот, например, этим сиденьем. Вы просто-таки перегибаетесь, берете какую-нибудь вещь, и все, икейц к вам не поберется. Как-то... Вот так вот не поберется. Ну, если сюда тут же закрыть, то не поберется точно. Вот. Ну и второе сиденье точно так же надо поставить. И все. Все. Закрытие для икейцев работает. Сейчас я скажу, как быстро бегать. То есть вы убегаете от икейцев. Вот. И надо нажать Shift.
И тогда вы будете быстрее бегать. Как кричать, и чтобы найти своего друга? То есть ваш друг потерялся где-то от вас, он, например, находится на том складу, а вы не знаете, где он. Нажимаете на букву H английскую. Я крикнул и сказал то, что я тут. И друг вас видит по нику и бежит к вам. Также вы теряете энергию из-за этого. Вот. Теперь, как приближать камеру? То есть, смотрите, вы что-то увидели вдалеке, можете так вот приглядеться. Вот. Просто нажимаете, просто не наводите на предмет, ничего не надо делать, надо просто там, например, посмотреть куда-то и нажать Z и удерживать. И тогда вы увидите все, что вблизи. Q и G, вот эти панели, вы можете увидеть наверху. И также вы можете на них нажать. Смотрите, если вы найдете на Night, то написано This Day. Сейчас я включу, мне очень страшно, когда ночь. Вы можете также настроить там, вот смотрите, вот сколько будет длиться утро, вот, например, 10 минут. А будет длиться ночь у меня 1 минуту. Все. Теперь всегда у нас будет день. Если вы не можете найти предметы, как спрятаться от кейсов, если вы не можете найти предметы? Просто залазите в какую-то штуку. А, также приглядеть это просто вот так вот. На мышечку. Смотрите, вы можете как-то спрятаться от кейсов. Развернуть, чтобы вы могли. Так вот. Ну и вот так вот, соответственно. И вы можете подглядывать, правда, вам может быть страшно, но все равно к вам и кейсы никогда не заберутся. Кстати, если у вас красная, например, вот место, то есть если у вас зеленый, то вы можете поставить. Если у вас ничего не нарисовано, то оно упадет. А если у вас нарисовано сейчас вот красное, то написано, вы не можете дропать этот предмет, потому что он, ну, что-то мешает предмету, чтобы поставить. Ну, и вот такое вот обучение по Икее. Надеюсь, что вам это видео было полезно. Всем удачи и всем пока-пока! Пока-пока!